замечательном парке Сокольники. При поддержке правительства Москвы проводит мероприятие, посвященное 80-летию образования гражданской обороны страны и 80-летия гражданской обороны города Москвы. Эти два юбилейных события в едином празднике в рамках Дня города – это подарок прежде всего ветеранам. Те материалы, те экспозиции, которые представлены сегодня в парке Сокольники, они еще раз свидетельствуют о беспримерном подвиге наших ветеранов, которые не только на фронте, но и в тылу защищали весь наш народ. И сегодня, вот в этот праздник, который мы здесь празднуем, нам хочется пожелать всем нам мирного неба над головой, но чтобы наш бронебой стоял на запасном пути. А вопросы гражданской обороны – это все народные вопросы.